всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Уга-Буга, Ликс, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем доброго времени суток. Однако, всем здравствуйте. Ребята, вышел офигенный пак на чужих, называется Alien Nextbot. Пить кушайте, приятного аппетита, у нас обзор на чужих. Погнали. Так, первый у нас Пайсер Хунгер. Это самый классический, который во всех фильмах и играх встречается. Ребята, в них можно вселяться, я буду проверять их возможности. Блин, классный. А что он такой медленный? Я привык, что он должен быстрый быть. Ай-яй-яй. А это я бью на правую кнопку мыши, да, посмотрю, сколько жизни тратит. Один ау хп. Один. По одному хп? А вот так да. Вот. Да. Ау. Это 25. Больше. Да, 40, много. 40. Ого, я прям в конце делаю какой-то прыжок такой мегалитический. А что ты, Олег? Лёх. А ну на R английскую. О, прикольно, у них всякие есть, короче, позы. Типа я могу ныкаться. Так, ладно, давайте стреляйте по мне, потому что мы должны всех успеть посмотреть. А, так. Ксеноморф Брута. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы всех их поставим и будем с ними воевать. Так, давайте посмотрим сначала ему под хвоста. Ладно, извините, шутка. Так, вселяемся. Блин, у них очень классная анимация сделана. Так, это я могу вот так делать. Я прыгаю. Да, кстати, похоже чем-то. На правую кнопку мыши. А ничего не делает. 25. Ой. Улетел. Че, двоих сразу съел, что ли? Уго, я на расстоянии бью. Нифига себе. Прыжок. Офигенные, ребята, чужие. Надеюсь, вы влепите лайкосик и подпишитесь на канал, потому что мы делаем ролики каждый день и очень сильно стараемся. Да, Гусанёк? Да. Надо за это тебя убить. А че я не могу быстро бегать? Я как Мирохит бегаю медленно очень. Ты как, ты ползешь потихоньку так, незаметно. Ну да, это, кстати, очень медленный. О, я кошка! Я кошка! Я сижу. Яблочко. Давай. На тебе, не хочу я яблочко. На, Гусанёк, тебе тоже. А, ты убить не могу? Я тебя оседлал, все. Эй, не разрешай меня оседлывать. Эй, я не могу... Ух, так нифига себе, просто прыгнул и убил тебя. Так, а чё я не могу ничего дальше? Я просто сижу сразу. А вот. Контрол. Ладно, пацаны, мочите меня. Нормальненько. Вот это у него жизни. Кстати, у них, наверное, сотка жизни всего. Мне так кажется. Бурстер. Блин, смотрите, какие у него прям какие-то зеленые штуки на голове. Это настроение офигенное просто. Так, это что у нас может? Так. 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 Офигенно, они могут садиться, такие прикольные позы принимать. У него, кстати, наконечник как... Знаете, что мы не проверили? А могу ли я по стенам ходить? Давай, ты какой-то... Только я очень медленный, я не понимаю, как быстро бегать. Спасибо, спасибо. Не, я не могу по стенам ходить, а было бы классно. А по идее я должен уметь ходить по стенам. Ай, ай, хвостом, видели, ай. Бью? Это жизни ай. Мало, да, кстати, отнимают? Да, это мало. Ого, я на расстоянии ударил его. Ай, ай. Ладно, ай. Мочите меня. Нифига себе, смотрите, кровавая, кровавый понос. Ой, он взрывается. Взорвался в конце, да? А, у да. тебя крутая анимация. Он, короче, а ну, мочите его, я хочу посмотреть со стороны это. Смотри, смотри. Очуметь, а те, кстати, не взрывались. Это получается, он при смерти еще разбрасывает свою кислоту. Да. Ксеноморф, чтобы дроны. Чтобы добить. Опа. И давайте мы его рассмотрим для начала. О, у него внутри. Прозрачный череп. Да, у него череп внутри. Человеческий? Прозрачный. Да. Да, наверное. А, ну да, это как типа оболочка у него. Ну это не человеческий, просто у него такой состав черепа. Они все медленные здесь, я не понимаю. Они же должны вроде как быстро бегать. О. О, этот уже быстро может бегать, ребята. Смотрите, есть прогресс. А, стоять! А не надо. А надо, надо. Ого, и ногой бьет. Давайте проверим, этот по стене лазит. А ты как-то прыгнул еще быстро. Что ты поцеловал стены? Не, ну я не понимаю, как они бегают. А ну подождите, что у нас R? Это что у нас? Это просто он сидит. Ctrl встать. А ну, давайте понажимаем T, G, L, M, N. Ой, я могу от первого лица типа смотреть. Офигенно сделано. Нет, больше они ничего не могут.
Ой, это жесть. А на Е это выселяться. Хорошо, мочите его. Он не взрывается в конце, не? Нет, обычный. Хорош. Так, следующий у нас ксеноморф. Праториан. Блин, они все очень круто сделаны. Я даже не знал, что так много разновидностей чужих. Вы знали? Нет, я знал. Я привык, что если то чужой и маленький, и большой, и все. О, а если я этот прыжок нажму, я дамажу в это время или нет? О, а ну-ка. Ты быстро бегаешь. А ну-ка. Прыжок. А, это просто прыгаю, и все. Это нормально, он фигачит. А он никакие звуки не издает больше, нет? Попробуй на стенку залезть. Да я просто нажимаю вперед. Может, надо какую-то кнопку определенную нажимать, но я ничего-то не заметил там в управлении. Ого, я прыгаю высоко. А если вот так? Блин, а если я в воздухе контр нажму? А, блин, нет, не достаю. На тебе за то, что ты ржешь с меня. Нельзя смеяться никогда. Так, ладно, пацаны, мочим его. В конце, ребята, мы обязательно посмотрим, как будут воевать за них NPC. Может, какие-то умения у них все-таки будут. Или харькаться будут, или плюваться. Провлер. Они вообще такие какие-то странные очень. Лава. Это уже красный пошел, да? Расцветка как будто из лавы. На тебе, из-за того, что ты будешь говорить, как из лавы. Блин, вот это он быстрый. Мне кажется, можно с ними снять какую-то очень классную рубрику. Ребята, напишите в комментариях, что можно с этими чужими снять и, или какую-то рубрику предложите. Мы обязательно ее снимем. А ну на Ctrl. Ох ты, блин, смотри. А если я нажму Ctrl и удар потом нажму? А ну, сейчас. Нифига себе. На правую кнопку мыши есть атака. Блин, у них какие-то странные всегда анимации ударов. То есть, рандомно бьет. Может, что надо вблизи больше находиться, тогда и другой удар проходит. Ладно, мочи. А бедный чужой. Ничего, он думает, сейчас я вам в конце ролика покажу, как надо воевать. Феноморф Куин. Ого, мутантус. А что это у него за тут телепиздрики такие торчат, маленькие ручки? Это ручки, как у динозавра. Тирекс. Детализация на высшем уровне. Вот знаете, что скажу? Редко такие моды крутые выходят по игре Garry's Mod. Так, ой-ой-ой, я прям как-то динозаврус. А ну что, я тоже буду по чуть-чуть жизни отнимать или сразу много? Ау. Ого, ударчик. Стоять! А ну, нет, когда только ногой, я так понимаю. Ау. Было бы классно, если бы он мог как-то хватать, да, мог там хавать этих людей. Не, ну может NPC и может так делать. О. О. Кнопку мыши. Я не знаю, как с этой анимации выходить, понимаете? Они все прикольно сидят, как настоящие кошаки. Ай. И дамажат. Так, ладно, мочите его. По ногам надо стрелять. А жизни у него много, да, пацаны? Вот это мы его распинали. Ксеноморф Рунер. Так, по звуку... По названию Рунер, это значит, он должен быстро бегать. Согласен. Смотрите, скорость пойдет. Да. Стоять! Стоять! О, ну поставь какую-то машину, технику. Хочу посмотреть, дамажит он машины или нет. Так, смотрим. На. Колесо пробил, ребята. Офигенно! Что со мной? Что? А что со мной? Я не знаю. Я забагал. Да, надо машину было отодвинуть, наверное. А, ну да, ты ее потихоньку дамажишь, но очень мало. Вообще по чуть-чуть, да, отнимается? Ну, где-то 40-45 хп. Ну и ладно, мочите меня. Тебя? Так это... Ладно. Я уже выскочил оттуда. Так, следующий у нас ксеноморф Солдер. Это самый классический, который я знаю. Которого мы обычно играем. Буду знать, что это солдат у нас. У них скины разные есть, смотрите. Ой. Зеленый есть, блин, классно. О, белый вообще круто смотрится. Так, а что я могу? Могу дамажить сильно. Че, с одного раза вырубаю? Да. Нет. Да по-разному.
Прыжок какой. Блин, ну по стене плохо, что не лазит. Ай, ногой. Да, он такой, именно Джеки Чан еще тот. Так, ладно, домашки. Жизни вообще маленького. Тиномов сплиттер. О. Собачелла какая-то. Наверное, плюется, я не знаю. Я не знаю, как плюваться. О, а, да. Плюется. На правую кнопку мыши, а тебе не дамажили. А ну-ка, стой. О, ну это очень слабо. И б... Ой. А по сколько отнимает? А, по-разному. Да. По-разному. Ну, да, примерно мне половину отняло. Да, но по-разному. Вот, меня могло сейчас ваншотнуть. Блин, с хвоста стреляется, нормально так. А оно еще что, пружинит, что ли, или что-то? А, как... Блин, прикольно, оно так разлетается. А, ну да, посмотри, сколько... Ты что, по мне стрелять вздумал? Вообще, 20 хп всего. Вообще мало отнимает. Но пошел отсюда, щенок. Так, ребята, последний ксеноморф Варио. Быстро бегает. Давайте, пацаны, мочите меня. У-ху, не попал. Ого. Ты когда попадаешь, у меня в воздухе это тело гнется в ту сторону. Так, ребята, как и обещали, мы сейчас будем с ними воевать. Ау, спасибо. Вы готовы? Давай. Вот это сейчас будет, ребята, прикол. Надеюсь, они между собой воевать не будут. Все, отходите, пацаны, давайте наверх пойдем все. О, как раз проверим, может они смогут лазить? Так, ну что, ребята, смотрим их неумения искусственным интеллектом. Ого. Нет, так, они не ползают по стенам. Не просто. Вы лезут. Готовы умереть, пацаны? Давайте проверим, как они вообще мочат. Бульбашмет пошел. Ого. Он в воздухе может дамажить, а я не мог. Ой, убил сразу. И мелкий пошел, все пошли. Ну чё? Блин, я их боюсь. Стремноватые. Опа, промахнулся. Хороший был прыжок. Слышь ты, голова пластиковая. Первый пошел. Ух, ё-моё. Он, кстати, живой. Как от пуль, типа, уклоняется. Видели, такая фишка у них есть? Ого, давайте большого замочу сейчас. Стрелами. Хорош, попадай, нормально. Промахнулся. Попал. Давай, иди ко мне. Блин, он разгоняется. А, боюсь его сильно, ребята. Хорош. Сколько уж у него жизни. Смотрите, уже сколько раз попал. О, меня головой кто-то ударил. Есть. Опи шерсть. Красиво. Большого мочь, ребята. На тебе ногой. На, сложился. Я так и знал, что всех убьем за пару секунд. Ну и давайте, ребята, последний тест, как мы всегда это любим делать, мы их сейчас всех взорвем. Так, ребята, ну что, скидываем одну бомбочку. Больше скидывать не буду, нема в этом смысла. Жизни очень мало у них. Все, отходите. Мне кажется, все-таки хоть кто-то должен выжить. Ну, надеюсь на это. Ай, никто, почти что. Уже большой лед выжил? Нет. Вообще а, никто. Мелкий выжил. Да ладно. Мелкий. Как? Вот этот. Ты чё, мелкий? Вот этот вот. Тут а, трое четверо. Выжило. А, трое выжило? Четверо. Да. Все, убегайте, пацаны, еще одна летит. Теперь точно все умерли. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем пока.